Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Кайен не смог, УАЗик смог. Время Гелендвагена. Есть! Кайен говно. Перетяг 200-ки против Гелендвагена. Опа, что он делает? Ох, как тяжело. Все. Максимально ублюдское задание. Землю наблюдает, вот так вот едет на Ниве. Ё-моё. Ты смотри, что творит! О, все. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Технолог, и у нас оффроуд по катушке сегодня намечается. Задание — подъем в горку. Горка из ущелья довольно-таки крутая. Даня вон сверху может показать, какая она крутая. Подъем, наверное, да, от этих вот конусов будет заезд, посмотрим. Но есть некоторый нюанс. Буквально в недавнем времени здесь поднялся Mercedes Unimog. Шеститонная машина, махина, грузовик. Я думаю, что много попыток делать мы не будем. Так, набрал ход. Вылез с этого ущелья. У него ни много ни мало, всего 137 коней было. Большой клиренс, но посмотрим, справятся ли с этим другие машины. Сейчас первый у нас УАЗ Патриот с блокировками. Может, так кажется страшно, а на самом деле и не страшно вовсе. Нет, на самом деле здесь тяжело. Он как раз именно фаркопу мешает. Че, хоронить ли Кайен здесь тогда? Еще одна попытка. Уже с такого хорошего разгона пытается забраться. Ох, как прыгает. Люто прыгает у вас Патриот. Ну, никто не говорил, что это легкий подъем. Ну, с большого лютого разгона. У вас справляется! Да, у нас есть второй канал, называется Технолог Реал. Там вышел, как Данька говорит, прекрасный видеоролик, который он монтировал на 530D, она вам не токсин. Ссылка в описании, заходите, подписывайтесь. Она высокая, хода большие. Он прыжками, то есть даже ловит момент. Да, газ полаз. Ну что? Кайен в горку делает контент. Медленно не заедешь, 100%. Ну ты потихонечку попробуй подняться. Народу-то сколько собралось, представление. Надо прям это, сразу же с газ. Не, вперед Паш не поедет. Стой, я хоть посмотрю, как ты. Оу, щит. Вы не засняли? С большого хода пытается пройти? Нет. Короче, задний бампер стоит примерно 3-4 тысячи. По-моему, колесо кончилось. Разбортовалось? Ну что, Кайен не зашел? УАЗ зашел. Время Гелендвагена. Гелик всего на 136 лошадиных сил. Трехлитровый, 3,5, вернее, по-моему, дизель у нас, турбированный. Вот так вот просто гелик зашел. Кайен говно. Ты, сука, прав. Так, УАЗ фермер на блокировках. А вот не хватит. Не хватит тяги таким маленьким ходом идти. И так тоже не нужно делать. Лучше спускай назад. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот для чего эти УАЗики делали. Кайен не смог, УАЗик смог. Куда едет УАЗ? Субару не едет. Не, он разворачивается. Здесь вся самая сложность. Первое. Это
не сильно сложная, не сильно крутая горка, но прежде чем на нее подняться, у тебя идет небольшое диагональное вывешивание. После этого ты поднимаешься, и следующая сложная задача — это то, что у тебя идет посередине, как не знаю, колея, рытвина получается. Вот. И есть опасение, что ты можешь свалиться либо влево-вправо. Свесы минимальные на УАЗике, поэтому не так страшно уже заезжать через переднюю первую диагоналку. Опа, что он делает? Что он делает? В общем, здесь можно не только разбортоваться, мне кажется, но и... Ну, я говорю, тут даже Урал не поднялся, а УАЗик смог. Тяжело, конечно, здесь. Видим мы, как одновременно, только с моей стороны, крутит три колеса. Следующий у нас претендент на подъем в этот крутой подъем. Вот так вот. Прадик 120. Не ту траекторию взял, ему нужно... слева направо заезжать. Слева направо надо было заезжать, как патриоту. Он понимает, почему я сказываю, да? Слушай, ну это джиперское задание. Я сразу предупреждал всех, что здесь только для крупногабаритных автомобилей. Никакие седаны здесь, ну, в жизнь бы не заехали бы. Травленные колеса до единички на прадике 120-м. И все равно не хватает. О! На бок не завалит, просто проедет. А он уже, смотри, посередине берет этот. Это, значит, о! Вот как сейчас? Ну это жесть, но ну, почти, да. Ох, как тяжело! Стой, 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 стой! Там обрыв, аккуратно. Мочина ударил. Этим, листва, да? Нет, там удар был. Нет, я говорю, вот это листва. Ну, это, да. Это пластик, в смысле, который да, идет. Да, да, да. Защитный. Это прям мега сложно было. Максимально ублюдское задание. Это не Васик на блокировках, у него короткая база, и, соответственно, ему, возможно, возможно, по моим предположениям, будет сегодня полегче. Ой, зеркало правое, правое зеркало! В обратную сторону складывается. Я не знаю, зачем он влево пошел. Ему надо помогать. Слушай, ну не Васик, если бы у него хода хватило бы, он бы прошел бы. Че он творит? Жесть! Я такого не видел! Я такого не устраивал! Мега сложное задание на сегодня оказалось, да? Вот такой я не... Шкодник загнал сегодня джиперов просто в очень дикую штуку, но это моделируемая ситуация, тренировка своих возможностей. Он там это землю наблюдает, вот так вот едет на Ниве. Примерно вот такой вид там из окна на Ниве. Охренеть не встать просто. Все!
еще раз попробую. Да ты, блин, ты три раза чуть не перевернулся. Нормально. Слушай, отсюда просто демонически смотрится. Ты смотри, это охренительные диагонали. Да. И он посередине берет, я синхер, он там по всему говну едет. Да в мое лицо уже отлетают мелкие осколки. Прямо сюда. Она не выживет. Выживет, выживет. Он уже это зеркало три раза загинал. И водительское тоже загинал. Он и в одну сторону, и в третью, и в одну, и, короче, в первую, вторую, первую, вторую сторону постоянно. Смотри, как просто, ё-моё. Да, мост крест-накрест. Она сейчас сама крест-накрест встанет. Главное нам бежать. Хотели Ниву покупать, еще искали, чтобы целая была. Целую Ниву нереально найти. Все, все. Все, братан, хватит. И Васик сегодня показал вообще очень многие вещи. Хоть и не заехал, но просто такие страсти дикие. Фух, я бы сам бы испугался бы. То, что не смогла сделать Нива, попытается сделать Газель. Там целая куча болельщиков. За Леню болеют. Газель у нас на блокировках. Сзади мангал. Да, да, широкая база. Ты смотри, что творит. Вот это да! Стой, тормози его! Давай, разбой! Давай! Давай, давай, он просто не почувствовал ее! Просто не почувствовал! УАЗ! Фермер! Заезжал у нас в предыдущую горку. А УАЗик не газелька. Вот тебе на. Вообще просто доминатор. Газель доминатор. Просто даже УАЗик не смог такое же повторить. То, что не могут сделать УАЗики, или вернее могут, но очень сложно сделать. То, что не смогла сделать Нива на блокировках, сделала на блокировках газель. Я в шоке. УАЗик, кстати, у нас тоже на блокировках сегодня. У него от прошлого года, в отличие, появилась блокировка. Вырывается он, наконец-то, да. Есть. А там уже Леха летит на Ниве. Стой, стой, тормози его! Рывками влево, вправо. Вот это настоящий пепелац. Моральная проходимость Нивы настолько высокая. Леша пересел с Субару на Ниве, на Ниву, чтобы показывать вещи. Ой, добирает ход, давай, давай, колеса отрываются вверх. Смотрит куда-то в небо, не Васик. Я не знаю, тебе сегодня нету сложностей. Сегодня твой день просто. Уже кончилось? Да. О, все, 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 все. Все, все. До свидания. Ой, Олег, может, не надо, а? Я тоже надеюсь, что Олег разворачивается. Мы буквально летом в такое положение, прям жестком были с Олегом.
рыли яму, чтобы он не крутанулся. Вперед! Гоу-гоу, пауэр-рейнджерс! Сегодня земля замерзшая и уже много не нароешь. Гелик поднимается. Гелик это делает? Вот так вот просто? Я в шоке. Сегодня у нас перетяги. Любимый, знаменитый УАЗик у нас. Сколько сил? 137. А момент? Тут просто самое главное момент, силы и колеса какие. Вы оба не травленные, да? Массу не помнишь на УАЗике? 2300. Так, УАЗик у нас 2300, Газель у нас 2400 и 2300. Слушай, масса плюс-минус одинаковая. Сейчас у Газели будет... У Газели сейчас сложность будет, у него жопа легкая. Да, согласен. Если что, я в кузов сяду. УАЗ, Газель, готовы? На старт! Поехали! Ты смотри, показала сначала. Все, 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 все. Все, утащил нафиг его полностью. Леня, что не пошло? Что не так? Что, еще одну попытку сделаем? Нет. Все. Вот видишь, как это, разгон взял, все, и пошел. И колеса травленные, я вижу. Травленные колеса? Не, говорит. Отсюда посмотри. Ну, давай, цепляй тогда. УАЗик. Сколько у тебя масса? Примерно одинаково? Так, на блокировках. Это тоже на блокировках. Раз, два, три. Поехали. А, бесполезно. Газель тащит УАЗик. Гребет Газель. За собой тащит УАЗик. Вот такая вот водовая Газель. Вон мы видим, что у нее кардан вперед идет помимо заднего моста. Все, полезно, конечно, для УАЗика. Но ты его уже утащил метров на 5. Что, кстати, колеса в горе? Да, да. Колеса рулят. Ты еще хочешь его утащить? А он уже все. Сопротивляется. Нет, ты смотри, дал фору, получается, УАЗику, схватил и пошел. Лево-вправо газелька пытается тянуть колесами. Ну вот в этот момент все, когда они уже нарыли ямки, все полностью сели. Да, вы оба зарылись, поэтому. Хороший данлоп, нетравленный, шипастый. Здесь у нас. Якогама тоже шипастая, но травленная. Резина натягивает УАЗик. Все, готовы? УАЗ Патриот 200-ка. На старт. Внимание, поехали. Есть. 200-ка масса вывозит УАЗика. Бесполезно. Все четыре колеса закидывают. Все, 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 все. Смотри, в стоковой маршрутке, насколько мне известно, 13 мест, ну, сидячих, пассажирских. А современных газель, которые уже побольше, уже посередине двери идут, у них 16. Мы можем посчитать, что у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 человек в кузове. Чего у вас так мало здесь сидит? Костян, ты за полтора, ты за два не канаешь. Слишком мало жрал сегодня. Надо было больше есть. Ты за... Костян за полтора не считается за два. Газель готова! Land Cruiser готов! На старт! Внимание! Поехали! Да! Вот так вот! Вот так вот сегодня крузак решает! О! Все! Просто бесполезно. Нужно больше людей в газель. И плюс 200-300 килограмм. А там точно даже больше, чем 300 килограмм. Не зарешало для газельки. Сегодня Toyota делает вещи. И честно. Но против 200-ка дизельного сейчас поедет. У нас сейчас кульминация, наверное, сегодняшних всех событий будет. Это перетяг 200-ки.
против Глинтвагена. Здесь сейчас будет все максимально объективно, а все будет на одной стороне, то есть обе петли. И обе нетравленные. Нетравленный. Да, нетравленный. Олег сегодня прям удивительно нетравленный. Оба дизеля. Везде проходит. А ну да. Весишь, да. Олег? 2250 он весит. Кракен. Полтора, да, разница? Ну, где-то порядка, да. Я посмотрю точно, потому что нагрузка без нагрузки, надо прям будет это определить. О! Сейчас напряженный момент. Все, готовы? На старт! Внимание! Поехали! Дизель 136 лошадей. А здесь масса еще, помимо лошадей, большая. Зарылись. Все. Давай еще переедем назад, Олег. Надо, чтобы максимально было объективно все, прям по максимуму. Никто не травленный, оба на шипах. Данлоп. Мишка. Мишка, да. Закидал, смотри, весь заднюю часть на гелине. На старт! Внимание! Поехали! Без комментариев, как говорится, и утаскивает нашего гелика! Утаскивает двухсотка! Просто невероятно! Все! Кракена затащили! Я в шоке, просто двухсотка масса сегодня зарешала, и это, наверное, одно из редчайших событий, когда гелика утаскивает Land Cruiser. Toyota сегодня в ударе. Битва, две эмыльки, обе 3.2, обе 163, но есть разница. У них рули с одной стороны идут. Точнее, здесь с левой стороны, а там с правой стороны. Резина у нас, здесь уже пятилетка шипастая идет, кардиан. А здесь, по-моему, посвежее. Дусовир. Купер. Не, купер нормальная шипы. Должна быть. Шипы. Смотри. Ох, как и хорошо торчат. Ох, как хорошо шипы торчат. Ох. На каждой из машин примерно по паспорту. Поэтому говорю примерно 224 лошади. Масса 2250 у эмыли. Так же, как у гелика. У 36-сильного гелика, точнее. Не, блокировки здесь нет. Здесь low range, получается, пониженная передача есть. И есть имитации блокировок. Но в перетяге они никакой роли играть не будут. На старт! Внимание! Поехали! Опачки! Вот так вот просто! Если честно, я ровно посередине стоял. И серебристый утащил тебя, Женька. Все, это, глушите. Серебристый готов? Синий готов? На старт? Внимание, погнали! Стою четко посередине. Что если... Ну, Жека, ты победил однозначно. 1-1 у вас в заездах. Как зовут? Я Паша. Паша. Я и газовал. Слушай, ну, Паша проиграл 1-1. Контролировал ситуацию. Ждал до самого последнего, когда он уже на меня шел. Просто сделал два шага в сторону и все. Я больше за Лешин Субару переживал. Хотя ему-то что переживать-то за Субару. На этой замечательной ноте все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про наш второй канал Технолог Риэл. Если вы еще не подписаны, там бомбическое второе видео про BMW. Нас ждут еще более крутые покатушки. Александр, Данил, Максим, Павел. Всем ребятам большое спасибо. Всем удачи, пока и до встречи.